Молодая гвардия «Единой России» насчитывает несколько десятков тысяч человек, активистов, волонтеров, словом, людей, которым не безразлична судьба страны. Ряды движения пополняются, ребята подают пример своим сверстникам. Встреча активистов молодой гвардии депутата окружного совета Сергея Есина прошла в школе номер 17. Быть активным гражданином нашей страны, в которой мы родились, любить ее. И это пример, когда ребята сплачиваются и совместно с партией «Единой России» плечом к плечу движут дальше, облагораживают и помогают нашей стране дальше расти. Видите, какая активность. Уже более 170 тысяч членов молодой гвардии. Они активно проявили себя во время пандемии и сегодня, в такое непростое время, ведут работу в новых регионах России. Испытываю гордость за то, что так много людей заботятся о жизни нашей страны, о том, что они помогают другим людям, и это как бы безвозмездно, и это очень важно. Благодаря проектам организации молодые люди могут реализовать себя в различных направлениях – волонтерстве, пропаганде здорового образа жизни и многом другом. Ребята выступают за сохранение истинных ценностей, исторической правды. Чувство гордости за свою страну. Также молодая гвардия учит доброте, помогать другим, патриотизму. Вступить в ряды молодогвардейцев могут все желающие старше 14 лет. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.